Пацаны, народ, здорово, подписчики, гости канала. Сегодня маленько трешняк. Вот это я знаю, что такое. Вот это я не знаю, что такое. Вообще, судя по всему, посылка пустая. Китайцы нас троллят, отправили пустую посылку. Ну, начнем вот с этой, где я знаю, что это такое. Короче, на почте отдавать не хотели. Мусолили ее неделю. 106-я, видимо, в очереди стояла, не знаю. Пакет у нас абсолютно пустой. Здесь все у нас в лучших традициях китайцев скотчем замотано. О, мой любимый пенопласт. Вот так. Кто-нибудь любит так делать, нет? Если любишь, ставь лайк. Короче, клавиатура. Вот такая. Оба. Клавиатура на ноутбук. Вот у меня ноутбук. На него, кстати, клавиатуру я не нашел. Это клавиатура от Acer или Asus. Ну, вроде она по маркировкам, не знаю. Вот такая клавиатура. У меня дети постарались. Самая быстрая замена клавиатуры, наверное. Опа. Так, ты, я тебя не просил включаться. Ну да похрену. Смотрим, сравниваем. Ну, в принципе, похоже. Похоже. Шрифты маленько не те, но... Короче, вот так, эту старую. Так. Ставим новую. Печатать-то маленько неудобно, как бы клавиш половины нету. А в целом ничего, но этот ноутбук хороший. Так, ну что... Вроде подошла. Ха, вроде даже и работает. Ну-ка. Ух, работает. Все. Неужели я буду с клавиатурой? Рамочка маленько не такая, конечно. Там у меня черная. Но ничего страшного. Еще разъемы перепаяю после детей. Вообще будет нетбук огонь. Здесь у нас что-то страшное. Я даже ножницы возьму, короче. Вообще абсолютно посылка пустая. По треку не трекается. Я не знаю. Может меня просто... Ой. А ножницы не режут. Смотрим, что это. О, чуть-чуть не перерубил, слушай. Это же тоже запчасти. Так, а почему два? Не понял. А, нет. Или да, нет, один. Тьфу ты, блин. Это кнопки боковые на Соньку. Во всем Челябинске, короче, обыскал. Нигде кнопок на Соньку нету. Кончились. Ссылки оставлю под видео. Кнопки на Соньку. Кстати, всем нужны Сонька. Популярные кнопки постоянно ломаются. Стоят что-то рублей 100. Ну, у нас также, в принципе, стоят. Они просто их нет нигде. А также ссылки оставлю под видео. Ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока-пока.